Инструкция, вот такая бумажка. Полный хрень. Китайская, походу. Сейчас посмотрим, что там. Ой, блин. Даже не металла, блин. Чуть-чуть металла. Где он вот? Кто его? Вот такая зараза. Вот, друзья. Принесли машинку на ремонт. Пядальчик. Блок питания. Сказали, Юр, посмотри. И эту машинку нужно делать. Да это же, блин, ничего такого, видишь? Килограмма даже нету. Один пластмасс. Эй! Где старинные машинки, которые по 20 килограмм весят-то? Охренеть. Вот это и машинка. Я в шоке. Один килограмм даже нету. Караул. И что тут делать? Где тут металл? Такие, короче, друзья. Если вам нужна машинка, покупайте тяжелый, чтобы металл там был, а не из пластмасса. Вот такие, друзья. Ну, короче, и тут челночный комплект. Ладно, что плюс, блин, хотя шпулька железная. А так-то челночный комплект весь пластмассой. Но это еще не сюрприз. Это еще так. Тут поднимается, доставится. Тут этот набирается шпульку. Шпульку набирается нитка тут. Ставишь, еще нормально. Это наш нажимаешь, он не рабочий. Тут поднимаешь, рабочий. Вот, тут заканчивается, тут закручиваешь. Это еще не сюрприз. Сейчас вам могу показать еще. Сюрприз. Шпульку бок положить. Смотри, это говно может еще работать на батарейках. Швейная машинка на батарейке. Ты... Вы, пожалуйста, кто эту машинку придумал, скажите мне, пожалуйста, где ты будешь, блядь, на батарейках шить? На природу, что ли, возьмешь? Ты, блядь, машинку-то на природу возьмешь? Нет. Жена, пошли на шашлык. Ой, муж, у меня там пошить надо. Сейчас эту машинку возьму, пойду мы это на шашлык. Да придется, чтобы шить-то. Я не понимаю, для чего это? Для чего? Слов нету, короче. Одни эмоции. Швейная машинка на батарейках. На 4 батарейках. Я хренею. И так веса нету. Тут уже батарейку добавили. Короче, не знаю, что. Думайте сами. Ну, такую хрень. Друзья, кто покупать будет, не покупайте. Такс. Будем, короче, откручивать. Еще болтики, гатики. И смотреть причину, почему машинка не работает. Короче, погнали. Вот, друзья, короче, машинка изнутри. Я смотрю и плачу. Где металл? И чё там? Расходный материал какой-то. Ладно, не в этом дело. Смотрите. Внутренность. Охренеть, блин. И чё тут делать? Да. Короче, пипец. Вот такая швейная машинка. Еще раз говорю. Не покупайте легкие машинки. Там металла нету. Чё пробую делать. Не знаю, что получится. Тестим. Тут уж у нас фонарик есть. Типа, не фонарик, а светодиод. Фокуса нету. Вот. Полный хрень. Ну, сюда в петельку я не застегну. Ну, ладно. Чё, короче, нажимаю на педаль. И смотрим, как шьет.
краткий обзор. Никина тяготель. Вперед-назад. Двигается. Сейчас стоит на первом скорости. Скажи, медленный. Нажимаешь. Быстрый. Медленный. Это. Нажимаешь и сам шьет. На педальчик не нажимать. Так, просто на кнопочку нажмешь. Так, нажмешь и сам шьет. Даже на педальчик не надо нажимать. Вот такие дела. А так на педальчик жмешь и шьет. Хорошо, вот такая техника. Одним словом, там внутри открывали, сами видели. Ничего нету. Ничего абсолютно. Только лишь пластмасс. Вот такие, друзья. Полная хрень. Сделали. Сейчас все шьет. Принесли мне на ремонт.